Мистер Мамо, вы сказали, что у вас есть фотография Эмбер Хёрд в ночь... Да, есть. Подождите. В ночь на 5 мая. И это была та самая ночь, когда Джонни Депп несколько раз ударил Эмбер. Погодите-ка. Я забыл кое-что. Что? Я хочу сказать... Привет, Камила. Чё? Давайте по делу. Итак, в ту ночь вы созванивались по фейстайму с Эмбер. И пока вы разговаривали, вы сделали еще и фотографию. Да. Зачем? Ну, я беспокоился о моем друге. Это хорошо. Вы сейчас можете показать это фото присяжным? Судья, я могу? Да, сэр. Ну, ладно. Дайте мне переключиться на экран компьютера. Хорошо, сейчас вот это немного сдвинем. Оу, блядь, я забыл, что здесь это фото. Чуваки, мне сейчас так стыдно. Блин, ну как так получилось? Давайте, пожалуйста, сосредоточимся. Да. Покажите фото. Окей. Вот оно. Та-дам! Мистер Мамоа, что это такое? Ну вот так должна была выглядеть Эмбер, но на следующий день она выглядела вот так. Да. Так что шах и мат, сынок. Простите. Слушайте, 12:30, а мы еще не ходили на обед. Ладно, Камила, увидимся позже. Люблю тебя, набери меня потом. Не переживай, Джонни, я принадлежу только тебе. Ребят, вы про меня там разговаривали? Прекратите разговоры. Перевел и озвучил Евгений Зайцев.